Сотрудницу энергоснабжающей компании «Алматыэнергосбыт» приговорили к 5 годам тюрьмы за мошенничество. Как выяснилось, женщина на протяжении 4 лет присваивала деньги жителей 3 сел в Алматинской области. В агентстве по финмониторингу сообщили, что она принимала оплату за потребленную электроэнергию от жителей сел Караой, Куат и Утигенбатыр, выдавая им подложные квитанции об оплате. Полученные деньги женщина тратила на свои нужды, отметили в ведомстве. Для сокрытия своих преступлений она вносила недостоверные сведения в базу данных, используя логины и пароли своих коллег. В ходе досудебного расследования департаментом МФМ по Алматинской области приняты меры по недопущению отключения более 150 жителей указанных сел от энергоснабжения, а также возмещению ущерба в сумме почти 16 миллионов тенге.